словами, не то чтобы совсем уж на бегу, ты по щеке скользнул моей губами. Сказала не сейчас, прости, сегодня не могу. Но что-то именно сегодня приключилось. Ты стала вдруг совсем не та, и я другой. Сегодня что-то очень важное случилось, и оттого я потерял покой. Я лишь успел спросить тебя вдогонку, но то ли ветер мой вопрос унес, а может быть, все в этом мире тонком. И так уже ответ на твой вопрос. Я знаю, завтра встретимся мы снова. В реале, в виртуале все равно. Ты мне когда-то загадала слово. И это слово — я люблю тебя давно. Мы шли по жизни слишком разными путями, и вроде жили мы настолько врозь, что, кажется, не поняли мы даже сами, как вдруг оно сегодня все сошлось. И родилось окно большое завтра, как будто даже не было вчера, как будто все поставлено на карту, и жизнь случилась, кончилась игра. Завтра началось лучами солнца, весной взорвавшими холодный этот мир. Оно мне рожи корчило в оконце, с собой являя мне ориентир. И я, отбросив все дела, пошел в атаку, и в одноклассники на профиль твой пришел. Как самый разбитной хмельной гуляка, от счастья пьян, что я тебя нашел. Но в пробке улыбкой осиянной и расплылись слова. Вчера в аварии сгорела наша Жанна, и кто-то в группу памяти позвал. Какая память? Кто такая Жанна? Зачем здесь это все? Ведь мы вчера, да мы вчера, и снег наш не растает, и все серьезно кончилось и правильно.